Для информации jägermeister.com. А, встретил нас очень гостеприимно. Ну, примерно вот такой вот яркой солнечной погодой. В Тампере нет, насколько я знаю, особо никаких достопримечательностей, кроме какого-то собора посреди города и музея мумитролей. Все. Там висит засушенный Илья Лагутенко. Ну да. На самом деле сомнительные чувства после саундчека, что мы здесь делаем вообще, но мы-то приехали типа играть концерт. Вот басист, который заменяет Брикли. Так что чекнули, звук отличный, клуб Бастраль Бирта. Я надеюсь, что мы не обосремся сегодня. Нет. В окна не хватает. But if your driver wants to, you know, you give me your number. I mean. Give me your number. Okay? Yeah, that's good. He can understand you. Все было, в принципе, прикольно. На самом деле, я, конечно, думал, что народу будет больше. Звезда вон в комнате спит, блин. Чудесно проходит второй день, гуляем по Балтийское море, вся эта меня вот там Эстония, через 70 километров. Показываем, где Эстония, там. О, Кирюха ловит рыбу. На Ире дико, например, вегетарианской еды. Паук нам этого не завещал, но приходится. Было вкусно, теперь у нас много энергии, мы много чего гулять. Через несколько минут поедем в Операнту. Это старая Вольво, с той стороны у нее замятая дверь, например. На ней едет Вера, вокалист группы, которая нас катает по Финляндии. Хорошая машинка, у нее влез целый комбик и еще несколько пацанов. Вот. Девочка за рулем маленькая, поэтому много места не занимает. Девочка хорошая. Там вдалеке стоит еще одна тачка, мы до нее сейчас дойдем. Тоже Вольво, судя по всему, они финны, но дико смотрят в сторону Швеции. Потому что все гоняют на Вольво. Мы здесь на Митсубиси как бы очень сильно выделяемся. В следующий раз приедем на велосипедах. Вот мы подходим, стоит наша тачка, там где-то Денис, который нас катает. Вот. И вот Вольвуха, на которой ездят ребята уже второй день. Вот. Вольвуха нормальная, здесь двери не мятые, крылья не ржавые. Как бы машина еще проживет
несколько лет. Сейчас мы подойдем подальше. Проходим. Смотрите, здесь лежат барабаны, лежит весь бэклайн. Видно, что люди едут в рок-н-ролльные гастроли. Там наверху танцует кислотная бабушка, которая, по всей видимости, останется тоже на концерте. Короче, мы в Лаперанте. Это бар Тотем. И это бар Бэкстейдж. Выглядит он следующим образом. Дохилище всяких диванов. Холодильник с халявным бухлишком. Который скоро пустой станет. Да. Яла. Темно и не видно. Нихрена не видно, но... Короче, все ушли. В общем, вот. На самом деле, это какая-то, короче, подсобная комната. На самом деле, это первый раз вообще за 6 лет почти. Я имею в виду концерты. Я имею в виду там концерты, там хавка и все такое. Когда мы еще сидели в ресторане? Несколько причин. Трезвый был, что-то помнит еще. Это одна из причин. Во-вторых, сегодня было больше народу и круче звук. Именно поэтому, наверное, ко мне сейчас все подходили и говорили, что... Научи меня танцевать. Чувак, группа говно, как внутри. Да нет, на самом деле всем понравилось, там ребята как бы закотировали. Я надеюсь, что завтра... Танцы или группу? Группу. Полный провал, it was me in yesterday, the show. It wasn't that bad. No, it wasn't that bad. What? It was okay. It was okay, don't worry. Although you sucked, it was okay. Как любая нормальная группа, мы проводим время вот так вот. Мы отыграли отличный сет для трех коллег. Ну ладно, для пяти коллег. Но тем не менее. Тем не менее, нас вкусно покормили. В ресторане. В ресторане. Причем в таком, как бы, не в гадюшнике. Не то, что мы пришли. Мы пришли в отель, взяли отличные номера. Пьем нормальное пиво из Дьютика. Ну ладно, пиво мы за свои деньги купили. За небольшие. За реальный прайс. Мародеру привет. Прикли тоже привет. Теряй паспорта. Пройдем дальше. Покажем номер. Три кровати, хотя по идее должно быть две кровати. Ребята, фильм какой-то. К русским позже один будет лишний. Да, к русским ходят гости. Говорят, 4, значит, вот он. Да. Вот он, пятый. Я наконец-то попал в кадр. Да. Давай, я проститутку возьму. Давай Прикле позвоним. Сейчас я позвоню Прикле. Алло, Егор. Мы же хотели бы проститутку пойти. Нет. Специальная комната есть. На каком этаже? Я хожу в шапке, потому что моя барка уже грязная. Может быть, конечно, немножко другое. Казалось, в Европе есть офигенная традиция. Оставлять, да, что-то? А, вот это, короче, душевая в номере. Первый завтрак мой, по крайней мере, в Финляндии, за этот тур. И, как видите, мы не в полном сборе находимся, потому что некоторые не смогли осилить подъем. Шведский стол бери, что хочешь, но выбор у меня свой большой. Ну, наесться можно. Ну да. Там, кстати, вот остальные. Ура.
было круто, мы ничего не сломали, ничего не испортили, там много нами. Вот. Парни там сейчас закончат свои ролевые игры, любовную прелюдию, и спустятся. Сейчас мы поедем в Хельсинки, где будет сегодня вечером наш третий концерт этого тура и последний в этом туре. Здесь все будет круто. Это Мёрфис, это я. Это вся моя семья. Это вся моя семья. Какая-то странная территория, она как бы не совсем закрытая. Ровно под нами сейчас сцена паба, где мы должны играть. В пабе очень дорого. Ну, посмотрим. За прилавком стоит какой-то индус, который говорит по-английски хуже, чем я. Что вообще как бы маловероятно. Вологодский английский. Вологодский английский сочет. Тут Томас с ним договорился, значит, по-любому. У него индусский английский. Это практически то же самое, что вологодский, только индусский. Вот там, короче, спуск к нашей машине. Да. Там тачка, а здесь? Здесь цветочки. Цветочки, стульчики. И видно, какие-то панки уже посидели, потому что я вижу отпечатки жоп. Жоп, кстати, жирных. Если играть здесь, то как бы приставная лестница, аппараты нас туда, здесь толпу. Здесь будет как бы реальный стейдж-дайвинг, потому что люди будут убиваться. Надо только вот это снести к черту. Не-не-не, для смерти это круто. Играть готику, короче, или какой-нибудь там трэш, блядь, блэк, дум метал, чтобы все было в крови, в кишках и пробитых голова. Вот. Здесь вообще же деревянный настил. Можно поджечь еще все. Можно поджечь, да. Если играть как бы по трэш-металлу, то надо поджигать. Вот. Денис идет, по-моему, искать свою машину через другой вход. А мы идем вниз. А за танцы? Тёма, запивай. Сегодня концерт в Хельсинки. Это наша афиша, вход 5 евро. Место называется Сир Оливер Паб. Довольно дорогой паб, даже по финским меркам. Приехали немного рано, у них нет ни хрена вообще, у них нет ни баклана, ничего вообще абсолютно. Сейчас ждем ребят из Игер Хэппи, которые должны привезти оборудование. И у нас сейчас стоит интересная задача на ближайшие 2-3 часа, что нам делать вообще. Идем в магазин. Так, зашел в магазин. Все. Это решили встретить большой перекус. Встречайте. Встречайте, да. Герой сегодняшнего дня. Кирюша только что довольно неплохо продегустировал. И сейчас у него, походу, отказали все вкусовые рецепторы. Сейчас попробую. Продолжаем. Если вчера мы были королями, живя в отеле, то теперь, мародер, забери нас обратно. Денис не тишина, выдержал. Тишина, подожди. Денис не выдержал, спит уже. Я слышу, как внутри у него разгорается очаг пламени. Начинай действовать. Пока, Томас. Побочные эффекты. Вот одышка. Слюни-сопли. Слюни-сопли. Лёха, я думал, грыжу. У меня, кстати, прошел даже мой хронический насморк после него. О, мне весь уровень горит. Мне кажется, мы даже хронический геморрой после такого могу пройти. Жизнь – это боль. Майор Макс Пейн. Let's go.
Говорю,